Привет, как тебя зовут? Меня зовут Саша. Ты впервые на Кихабаре? Нет, на Кихабаре я во второй раз уже. Был в том году, мне тоже очень понравилось. Как тебе впечатление об этом фестивале? Что интересного, что запомнилось? Ну, об этом фестивале впечатления, в принципе, очень положительные. Запомнилась очень сильно сценка Воли. Они были просто шикарными, когда без слов всего 4 человека и одна кулиса смогли передать столько чувств и радости доставить. Также много хорошего косплея были. Очень много было в холле развлекательных мероприятий. В том числе в одном из них я временно стал волонтером, а также экспертом. Ну, это уже другая история. Расскажи, возможно, тебе кто-то очень запомнился из косплееров, что бы хотел отметить. Об уровне косплея вырос, он стал хуже, лучше. Ну, честно говоря, не в обиду многим. Косплея было много плохого. Особенно, ладно, я не буду говорить, какие мне не понравились, когда персонажа подбирают не по себе явно, но мне из косплееров очень запомнился один косплей, это Сейлор Венера, если не ошибаюсь, когда она выходила в таком плаще на сцену, в очочках такая, вся скрытная-скрытная, и очень красиво двигалась, танцевала, было очень живо и красиво смотрелось. А нужно тебе есть какие-то пожелания участникам, организаторам фестиваля? Я не организатор фестиваля, если что, но пожелания участникам, продолжайте в том же духе, не знаю, сидите на диетах, у вас все получится, выбирайте себе отличных персонажей, заказывайте парики, линзы, ну, в общем, заказывайте атрибутику и приезжайте на все фестивали. А организаторам что ты хочешь сказать? Молодцы, в том же духе. Спасибо большое. Пожалуйста.